Ровненько, оно главное держится. Ну, ровно, да. Санаторий «Волжские дали» – это 23 гектара леса, но сегодня зеленых насаждений стало больше. Компанию вековым дубам составит десяток каштанов. Их посадили в честь 50-летия здравницы. В санатории появился первый в области аквапарк. Сегодня по соседству открыли первоклассный спа-центр с хамамом, оборудованием для термолифтинга и спа-капсулой. В медицинском центре санатория поправить здоровье могут пациенты с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой и нервной системы. Здесь есть для органов дыхания великолепная пещера спелеокамера, есть ингаляционный комплекс, есть целый комплекс бального лечение для органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. У нас открылась в этом году прекрасная грязелечебница. Мы лечим тамбуканскими грязями. Вот уже полвека главные клиенты санатория на Волге – это железнодорожники. Именно они приехали сегодня поздравить врачей и персонал. Исполняющий обязанности начальника Приволжской железной дороги Владимир Герус признался, что с удовольствием отдыхает на Волжских берегах. Отдыхал, отдыхаю и буду продолжать отдыхать, потому что не всегда получается возможность взять достаточный отпуск для того, чтобы оторваться от того производственного процесса, эксплуатационной, хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта. Поэтому это всегда под рукой и есть возможность, как говорят, подзарядиться, набраться сил и дальше в бой. Несмотря на то, что туристическая индустрия сейчас переживает не лучшие времена, руководство санатория запланировало масштабную реконструкцию. В комплексе ежегодно отдыхает 5000 человек, но на этом останавливаться не собираются. Роман Гальперин, Алексей Чудин, новости, Телеобъектив.